Шаговый спарринг. Смотрите, сейчас сначала один делает три комбинации, потом другой делает три комбинации. Потом опять первый делает, пока потом второй. Все понятно? Вы делаете, пока мы не скажем хватит. Все понятно? Поэтому, пожалуйста, все, что вы вот в тайгуках делаете, там есть какие-то комбинации. Вот сейчас вы покажите, как можно применить эти комбинации. Все понятно, никаких бросков, никаких подножек не должно быть. Четкая защита, атака. Четкая защита, можно две атаки. Руками, ногами. И никто никого не должен ударить. Все понятно. Слишком много сложности. Давай. Четыре. Вот, бей, кричи все время. Жень. Да, рассыпайся. Жень. Вот ты на него теперь не сможешь бить, давай.
Я смотрю, потом раз вон здесь вот так вот. Руки болят. Да, у меня тут не было.
не падаем, тоже штрафной. И если нужно ломаться, ниже пояс. Покажите, что вы как на соревновании. Чуть-чуть игра, должна быть у вас игра. Не просто махание ногами. Вам понятно? Какой-то танцы какие-то. Игру покажите, правда, что вы хитрите, что вы уходите в сторону, соперник проваливается, что вы знаете контратаку, когда нужно бить. А не так, нога в ногу поломали, ноги ушли на море. Вам понятно? На соревнованиях вы участвуете. Как вы можете хитрить, соревновать, а не просто бежать шашкой вперед. Все, ждем? Четыре! Все, четыре! Thank you.
10 секунд дается, 10 секунд сбоку наберется. Вам понятно? Эй!
человек, там 10 фигур. Во-первых, как соревнование немножко, кто выиграет из вас. А во-вторых, кто больше наберет, еще будет вести рекорд выиграть. Все, вперед. Все, вперед.
И сразу снимаете, Саша, снимаете, давай снимите. Готовились, все, настроились, все, завели мотор, все. Так, сиди.